Эндоскопічную операцию на пазухах носа упершиню зарабили у Могилевской областной дитячей больницы. Такое стало магчимым дякуючи новому обсталеванию, якое отримала медицинская установа. Первым пациентом, якому зарабили операцию, стал 14-годовый подлеток с Белинского района. Его уже выписали со стационара. Под агульным наркозом операция по выдалению у пазухах носа новоутворения прошла без разрезов. У вынику такого хирургичного метода не застается после операционного рубца и каких-нибудь косметичных дефектов. Что год у больницы проводится несколько десятков операций на пазухах носа. Теперь у медиков есть махчимость робить это меньше травматичным способом. Частично эндоскопическое оборудование и инструменты, которые необходимы для работы в полости носа. Это импортного производства, оно дорогостоящее. Мы давно ждали уже, и в принципе все у нас наконец-то получено. Вот, все позволяет нам развиваться дальше.